А что, есть какие-то добавки на основе трав, которые реально могут выводить токсины? Главную скрипку в нашей программе, конечно же, играет печень-актив. Это биологически активная добавка, которая содержит наши родные травы, расторопший дуванчик. Эти травы помогают нашему организму самоочищению, самообновлению. Мария, может, вы знаете еще какие-то вещества, которые помогают нашему пищеварению? Ну, я думаю, что, наверное, клетчатка. Совершенно верно. Клетчатка играет огромную роль в пищеварении. Мы ее разделяем на нерастворимую и растворимую. Нерастворимая или грубая клетчатка, она работает как щеточка. Она собирает все токсические вещества, все ненужное и выводит. Растворимая клетчатка мягкая, она, попадая в организм, становится такой гелеобразной, как губка, впитывает все оставшиеся токсины и также транзитом их выводит.